бедный Питер обставили билбордами со святыми, абсолютно не понимая, кем эти святые были. Вот только что проехали плакат со Спиридоном Тримифунским. Дяденька прославился тем, что садистски убил беременную женщину и ее нерожденного ребенка. А Спиридону показалось, что дама была не слишком благочестивой, поэтому с помощью заклинания он производил удерживание плода в чреве. До тех пор он удерживал, пока роженица и нерожденный человечек не умерли вместе. Все остальные герои билбордов примерно такого же качества.